Цель Шрилы Прабхупады при установлении четырех степеней Бхакти-шастры, Бхакти-вайбхава, Бхакти-веданта, Бхакти-сарвабхаума было побудить своих преданных тщательно изучать его книги. Шрила Прабхупада хотел, чтобы преданные, которые планируют принять саньясу, должны получить степень Бхакти-вайбхава, а гуру — степень Бхакти-веданта. Чтобы исполнить это желание Шрилы Прабхупады и для саньяси, которым надо иметь степень Бхакти-вайбхавы, для духовных учителей степень Бхакти-веданты, Министерство образования ИСКОН и экзаменационная комиссия ИСКОН разработали для лидеров ИСКОН специальный итоговый экзамен по степени Бхакти-шастры. Шрила Прабхупада предусматривал, что лидерами нашего общества, брахманы и саньяси, будут сдавать экзамены на знание его книг. Шрила Прабхупада обозначил проблему, которая состоит в том, что не все преданные внимательно изучают его книги, и он также нашел решение — это экзамены по всем его книгам. Для многих лидеров ИСКОН итоговый экзамен может оказаться единственным практическим вариантом, который у них есть для внимательного изучения книг и достижения своих целей по степени Бхакти-шастры. На экзамене, который длится 4 часа, кандидаты напишут от 3 до 4 абзацев по 8 вопросам, которые будут случайным образом выбраны из 50 вопросов, которые будут представлены кандидатам заранее. Самые опытные учителя шастры в ИСКОН работали вместе, чтобы составить итоговый экзамен по Бхакти-шастры, который можно сдать только путем тщательного изучения книг Шрилы Прабхупады. Таким образом, цель Шрилы Прабхупады по установлению ученых степеней также будет выполнена в этом виде экзамена. Итоговый экзамен по Бхакти-шастрам доступен для лидеров ИСКОН в каждом из утвержденных образовательных центрах ИСКОН. А у нас их уже более 100 таких центров по всему миру. И вы можете получить полную информацию по итоговому экзамену по Бхакти-шастрам и следующих ученых степенях, посетив сайт Министерства образования. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам в этом направлении.